Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, сегодня у нас четверг, в игре и конь не валялся, поэтому надо сегодня поднажать хоть чуть-чуть. Так, открыть колоду, давай-ка быстренько это сделаем. Откроем с тобой колодочку, заберем здесь змею-карай. Дальше пойдем, пройдем, наверное, серию испытаний. Также по Бринкову, кстати, вот, мы переходим уже на второй круг, потому что сейчас будем бомбить именно Шредера. Так, давай-ка возьму, наверное, Ванька. Да, эта команда разберется с полточка, можешь поверить мне. Лео, Бакстер, Крэнк, Ванька, Армагон, ну да. Правда, массовых атак нету, ну ничего страшного. Эй, даже постепенку не повесили. Слушай, дай посмотрю, что вот это у нас значит. Бэм. Ага, вот что значит, друзья мои. Мы повышаем себе атаку и крит-атаку. То есть Крэнк у нас еще и бафер, ко всему прочему. Так, тихо, 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 не надо тут выпендриваться. Маузер вперед. Замечательно. Ну, Шредера-то мы здесь с полточка сейчас завалим. Просто с полточка. Ну все, 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 хорош тут гундосить. Вышел, деловой такой еще топотун сделал. Бросим в него гранату. Блин, а постепенно урон не повесили. Давай, наверное, тройной укус сделаем ему. Посмотрим, раз, два, три. И добивка, скорее всего, сейчас от Крэнга. Все, все, Шредер. Отдыхай, бай-бай, как говорится. Ну что, серию испытаний прошли. Теперь что? Теперь пойдем искать номера, дорожные знаки для нашего кожеголова. Так, кожеголовый, навыки. Нам нужно найти 12 вот этих вот номеров. Один нашли. Второй. Третий. Третий. Так, четвертый есть. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Ну, смотри. Десятый и еще два. И все, ребята, прокачиваем до шестой ступени. Отлично. Просто великолепно. До шестой ступени это направленная ярость. Замечательно. Было бы 10 тысяч мутагена, я бы ему еще 65 уровень прокачал бы. Ну что, следующий, наверное, мы будем прокачивать либо удар хвостом, взмах хвостом, либо кренговизация. Ну, кренговизация, опять же, это только рассчитано на одного бойца. Когда кожеголову хватает крэнг дроида за голову, швыряет его во врагу, вероятность 50%, получить 75% от нанесенного урона в виде ХП. Да, заманчивое такое предложение. Так, и поднять уровень персонажа. Ну вот как раз 10 тысяч мутагена и надо бы нам. Так, ребят, это я событие уже прошел. Как видишь. И пойдем-ка мы в магазин забежим. И приобретем. Опа, вот так вот. 46, как ты видишь, у нас ДНК. Так, на турнирной арене. Подожди, не на турнирке, а вот на испытаниях. Естественно. Давай фармить. 50 жетонов. Ничего себе. Опа, голубь Пит. Нормально. Доктор Роквелл. 50 жетонов. Маяк. Ноутбук Дона. И все, друзья, сыр хочется. Ну, согласись, 50 жетонов получать и плюс возможность выудить нужных нам персонажей, это, конечно, круто. Ждем пятницы для того, чтобы начать проходить уже черепашью бурю. Вот-вот. Ну что, а сейчас, я думаю, пора нам отправляться на турнирную арену. Как ты видишь, я нахожусь в Лиге Самураев 2 звезды. Ну, ребят, я сколько? 2 дня не играл? Да, 2 дня, даже 3 дня. 3 дня не играл, потому что был на работе, занят. И вот теперь надо как-то все это дело исправлять. 46-я, 43-я позиция у нашего врага. Я думаю, что пока своими силами здесь справимся. За счет 55-х, 56-х уровней. Заодно не забудем накопить мутаген. И после этого
проапать нашего кожеголового на один левел. Ну, если получится, то на два. Так, Мэйки вражеские тут танцуют свои танцы. Шманцы он решил сделать. Давай бросим гранату. Ага. Так, кого бы нам, наверное, Донни надо вырубать. Ай-яй-яй-яй-яй. А Донни-то мы не вырубили. Знаешь, в чем проблема сейчас? Если он сейчас захиляет. Будем надеяться еще, что Донателло поможет нам здесь. Отлично, красавчик он. Тогда все хорошо. Просто я боялся, что если Донателло ролевой не погибнет, естественно, он сможет захилять всю свою команду. Тогда было бы нам намного хуже. Ты гляди-ка, я думал, сейчас самурая три звезды. Ага, как бы не так. Слушай, долгое будет продвижение. Что-то мне подсказывает, что будет очень долгое. Так, давай 14-18. Не надо мне 13-16 давать. На понижение делают. Посмотри, а 14, вот 14-18. Ну что, я пока буду своими же силами. Никого привлекать сюда. Масштабных таких сильных бойцов не стоит, я думаю. Вроде бы справляемся. Так что своими силенками, короче. Дебаф от Хана. Такс. Жалко, массовой атаки нету. А вот. Давай, Кейси. Только лишь одного. Давай-ка по... А, Кирби, конечно же. Хила надо уничтожать. Теперь, наверное, мы Рокула. Чтобы он здесь не бафал свою команду. Поджарили, отлично. Так, слышь, выпендривается, да? Ну и Донателло подхватывает, естественно, делает баф. Ха, ну что ж ты так слабо-то сделал, а? Молодец, Кейси. Замечательно. Прикинь, у Кейси, да? У него две клюшки и бейсбольный бит еще сзади, за спиной. Такой, да? Вратарь-хулиган. Ну что, какая позиция у нас? 12-я. То есть, я так понимаю, мы перейдем в Лигу Самураев 3 звезды. Лига Самураев 3 звезды. Жесть. Если бы играл бы я каждый день, друзья мои, да, я бы уже, наверное, был бы... Ну, в Лиге Мастеров это, наверное, 100%. 100%, поэтому мне надо вот за эти выходные, за свои, быстренько как-то все это наверстать. Потому что... Когда у меня получается? Сегодня четверг, пятница, суббота. Четверг, пятница, суббота. В воскресенье на работу. В понедельник тоже работаю. Причем утренние смены. Соответственно, буста, наверное, не получится. Ну, конечно, не получится, потому что я буду с утра работать. Это получается с 6 утра. И приду я только, извини, в 10 часу вечера. Так что... Не выйдет. Ну что, друзья, мы в Самурай 3 звезды забрались. 93-я позиция. Естественно, я хочу сегодня добраться до Лиги Сёгунов хотя бы 3 звездочки. Но вряд ли, конечно, получится. Можно постараться, но сомнения очень большие. Тем более мы идем очень-очень медленно, продвижение идет. Так, давай, Рафаэль. Угу. Так, ну-ка. Надо было, наверное... Хотя, не, нормально, нормально. Сейчас Кирби мой, да, уложил. Нифига себе, четверых. Ну, как уложил? Ну, просто криком он добил. Если бы он с нуля бы их уничтожил, это было бы, конечно, круто. А тут он всего лишь добил их. Там у них мало хп оставалось. Ну что, 75-я позиция. И двигаемся дальше. Пора уже, наверное, давать нам 15-19... Вот, есть. А то я уже начал возмущаться. Кстати, посмотри, какой уровень. Уровень у них уже 50-й. А у нас 55-й, да? То есть сокращается у нас разрыв по уровням. Так, давай-ка бомбочку бросим. Тут надо муху валить. А давай вот так вот. Замечательно. Так, Лео теперь. Да ладно.
Так, Рафаэль, ты малорик, но одного все-таки ты оставил недобитым. Давай его добьем. Эх, а так если? Нормально. Ну что, вроде бы неплохо. Давай двигаться дальше и смотреть, какую позицию мы сейчас займем. 75-я стала 57-я. То есть получается где-то 20 ступенек мы прилетаем, да, в среднем? 20 ступенек, маловато, если честно. Маловато будет. Ну, другого нам не дают. Не дают другой возможности. Я бы с радостью бы хотел бы, конечно, сразу бы по 20, по 30 ступенек. А лучше по 40-50, да? Это было бы вообще шикарно. Так, муха, я так и думал, что она будет лечиться. Так, Лео, давай, массовая атака. У него слабая вот эта массуха, если честно, да? Может быть, потому что не прокачанная? А, что же тут делать? Давай, наверное, по мухе ударим. Бросим теперь холодильник. Это же массовая атака у нас. Вот и смотри, какая разница, ребята. Я думаю, всем прекрасно видно, да, что 50, 47, 49 уровень просто нас, как бы, ну, не то чтобы уничтожает, но нам проблематично их бомбить. Вот в чем дело-то. Они вроде бы слабее нас, а нам их тяжело промять. Давай попробуем так сделать. Молодец. Так, крик не буду, бросим Саи. Этого носорога, наверное, надо добивать. Так, и остается у нас Бибоп. Давай, Лео. Красавчик. Да, тут, наверное, придется брать нам кого-то, ну, посерьезнее, я имею в виду, из полутоповых бойцов. 39 место, да? Так. 15-19. Ну что, я тогда делаю следующим образом. Раз, два, три, четыре. И, к примеру, возьмем массовика-затейника. Пускай это будет у нас Усаги и Дзимбо. Почему бы и нет? Естественно, начинаем с вертушки. Я думаю, что он сейчас их всех тут покусит. 48 уровень, 48, 50. Это ему, в принципе, по силам, да. И даже следа от врагов не оставил. Окей, тогда продвигаемся дальше. Ну-ка. Блин, еще, наверное, два поединка придется сделать, чтобы перейти уже в сёгуны. 15-19. Есть. Так, берем, нет, Армагона не будем. Возьмем пока Кренга. Раз, два, три, четыре. Я думаю, что Кренга будет здесь достаточно. Любую из массовых атак взять. Ну, я, наверное, все-таки буду выпускать ракеты, скорее всего. Отлично. Я же говорил, одного удара будет достаточно. А если на равных драться, то там плохие последствия могут быть, потому что мы можем проиграть. Но я так и говорил, что два еще поединка, видишь, не хватило нам чуть-чуть. 15-19. Так, ну здесь можно, наверное, взять и Донателло. Так, Лео, подожди пока, не лезь. Как говорится, куда не просят. Сейчас Донателло своими сюрикенами. И все, и они будут, ребята, отдыхать. Поехали. Рафаэльчик-то выжил. Так, секунду. Падайте, говорю. О, что-то у меня, ребята, уже глаза слипаются. С работы, с ночной смены еще не спал. Вырубает очень серьезно. Так, ну что, переходим в сёгуны. 85-я позиция. Слушай, по-моему, уже пора давать 15-20. Тебе не кажется так, а? Вот мне кажется, но видишь, они не дают. Ну и ладно. Так, Баксар, теперь пойдешь у меня ты. Раз, два, три, четыре. Интересно, сегодня в драконах всадники Олуха какое-нибудь новое событие есть? Тоже надо бы зайти
ребята. И, естественно, в ХКР-ку надо зайти. Везде. Но я боюсь, что я не вытерплю. Просто рубит. Спать хочется ужасно. Тем более на улице еще такая погода. Дождливая, хмурая, туман какой-то. Знаешь, все говорит о том, чтобы просто лечь, укутаться в тепленькое одеяльце и уснуть. Так, ну что, 15-19, по-прежнему не дают они мне 15-20, которых я, вот, добивался у них долго. Слушай, как думаешь, маком на здесь хватит одного? Я думаю, хватит. 55 уровень, в принципе, ему что стоит бомбануть, да? Один разочек, и они должны упасть. Сегодня еще, кстати, хотел в Tower Conquest поиграть, потому что там у нас бойцы прокачиваются. Особенно Джиггернаут, он должен получить уровень. Точнее, даже не то, чтобы он получить должен уровень, он должен проапаться на 5 звезд. Вот что я хочу сказать. И это будет круто. 5-звездочный Джиггернаут. Такс, давай, 15-20, не скупись. Вот что, вот это издевательство какое-то, просто я не знаю, ребятки. Ага, есть. Так, я возьму, наверное, здесь Ванюшку. А что у меня, так бойцы закончились быстро? Ничего себе, а что так? Да. То есть уже 70-ники, там остаются, ну, наверное, боев 5 и все. И весь боекомплект я израсходую. Что-то мне такой расклад не нравится. И причем я еще не так уж высоко поднялся, как хотел. Я желал до Лиги Сегунов 3 звезды. Но, похоже, я планочку-то слишком сильно себе завысил. Так, 36-я позиция. Так, 15-20 есть. Берем, наверное. Ну, в принципе, можно взять Железноголового и Джастина. А, что я переживаю, тут уже все, ребят. Тут уже 67-е, 70-ники пошли. Так что можно без разбора брать любых. И справится любая моя команда. То есть преимущество на нашей стороне. Так, теперь крик души. И дальше мышки, наверное, добьют все-таки. Да. Крысы — это дело такое. Особенно, когда их не покормить. Ух. Очень жестокие. Так, ну что, давай 15-ю позицию. Эх, 19-ю дали, а. То есть это говорит о том, что мне надо будет еще делать поединок. Нет, ребят, до Лиги Сёгунов, к сожалению, 3 звезды сегодня не доберемся. Только 2 звездочки светят. Жаль, очень жаль. Ну, Шреддер без компромиссов просто всех налево и направо косит. Ну-ка. Да что ж ты будешь делать, а? Ну, я так и понял, они специально это все делают. Специально оттягивают мне победу. Раз, два, три, четыре, пять. Леонардо со своей вертушкой, ну, в принципе, да, должен загасить всех с одной вертушки. Может быть, конечно, да нет, нет тут таких, кто мог, может быть, Рафаэль, если только, хотя вряд ли. Да, тут бы, если бы Донателло был, то, возможно, он бы еще устоял, а остальных мы всех косим. Ну что, поздравляю нас с Лигой Сёгунов, 2 звезды, даже немножко как-то стыдно в четверг получить Сёгун 2 звезды. Да. Так, не дает, да? Ладно, возьмем 15-20 и отыгрываем наших последних вот этих вот ребят бойцов. Ну, остается только майки. Ради одного майки я уж не буду, ребят, тратить откаты. Я думаю, вы понимаете, зачем, да? Почему? Оно того не стоит. Все равно завтра нам опять играть. И то, что мы сегодня откаты, например, потратим, это не даст нам ровным счетом ничего. Одна-две победы здесь не решают. Здесь решает как минимум десятка. А чтобы 10 откатов, чтобы 10 раз провести бой полной командой, ну это до одури просто нужно. Этих откатов. Ну что, 72-я позиция нами занята.
Так, смотрим, сколько у нас мутагена. 24 тысячи. Поэтому кожа головы прокачивается даже, наверное, на 3 уровня. Раз. Нет, 2 все-таки, 2 уровня. 2 уровня, и у него 66-й. В принципе, это нормально. Так, ну а больше вроде бы как и делать пока нечего. Есть пицца, поэтому давай мы ее, наверное, потратим. Так, кожа головы, давай-ка я... Давай все-таки удар хвостом. Прокачаем его. Это у нас пульт от телевизора, насколько я помню. Их нужно сколько? 8 штук, да? Так, это уже второй у нас пульт. Третий. Четвертый. Все, ребят, пицца закончилась. Ну, 4 пульта нашли, уже хорошо. Так, внушительная фигура кожеголового ввергает его врагов в ужас. В начале хода с вероятностью 15% снимает ослабление атаки с союзников. Такое себе, да? Ну что, ребята, а на этом я закругляюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков.